Всем привет! Вы на канале Вкусные истории, и я Наталья Михайлова. Сейчас я буду печь печенье. Печенье очень вкусное, нежное, ароматное. Оно называется детское. И готовится очень легко и просто, без миксера. Для печенья мне понадобится масло сливочное, молоко, щепотка соли, яйцо, сахар, мука и, конечно же, ванилин и разрыхлитель. Итак, для начала я масло комнатной температуры перекладываю в посуду, в которую буду замешивать тесто. Высыпаю сахар. Масло с сахаром я немножко перетерла. Теперь я добавляю яйца. Еще раз немножко перемешиваю. Теперь я добавляю щепотку соли и молоко. Еще раз хорошо перемешиваю. Теперь в муку я добавляю немножко ванилина. И пакетик разрыхлителя, у меня здесь 10 грамм. Муку с разрыхлителем немножечко перемешиваю. И начинаю замешивать тесто. Духовка у меня уже разогревается, я ее поставила на температуру 180 градусов. Присыпаю стол мукой и выкладываю тесто на стол. Сильно тугое тесто замешивать не нужно. Больше, чем в рецепте, муку сыпать не нужно. Тесто будет слегка липнуть к рукам, это нормально, так и должно быть. Тесто у меня немножко полежало, отдохнуло, пока я приготовила противень. Теперь я стол присыпаю мукой, той, что осталось немножко. Теперь тесто я раскатываю в пласт толщиной где-то примерно сантиметр. И начинаю вырезать печеньки. У меня сегодня будут они вот такие в виде цветочка. Можно вырезать просто стаканом. Или даже просто ножом делать ромбики. Все, печенье готово. Теперь можно отправлять в духовку на минут 20-25. Температура 180 градусов.
Ну что, печенье мои готовы. Вот такая получилась огромная гора с такого небольшого количества теста. Всем рекомендую приготовить. Я желаю всем приятного чаепития. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.